Хэлл Гайз, с вами Шимики, и это игра под названием Зеркало Тайн. Давайте я сразу все поясню. Игра рассчитана на форматик 480, то есть это квадратные мониторы, так как у меня широкоэкранный и у вас тоже, скорее всего, видео будет немного расплывчатым. Не думайте, игра тоже на максимальных настройках, вот, ну как настройках, разрешение именно по монитору. Игра, как бы сказать, жанра «я ищу». То есть здесь мы ищем всякие хернюшки и в таком духе. Я решил еще сделать такой, ну, типа, форматик игр, да? Потому что, ну что там, всякие шутеры, вот эти RPG-шки, там гоночки, это все да. Но нужно ж разнообразить, как бы, немного контент. Поэтому, как бы, вот так. Будут в основном выходить такие игры. Старые игры, это 2003-2004 года, это вот таких форматов квадратных. Будут выходить и новые, но пока что у меня нету интернета, из-за поломки, что у них, я не знаю. Будут пока что такие игры. Ну, конечно, уже когда это видео выйдет, интернет будет, поэтому погнали. Эй, сейчас же успокойтесь. Мам, я так устал. Ну хорошо, сейчас я поищу место, где можно прикантоваться. Мама, посмотри на этот дом. Может, мы остановимся там? Я не понял, почему просто вначале там был шериф вместе. Ох, дети, дайте моим глазам немного отдохнуть, и мы очень скоро вернемся на дорогу, хорошо? Будьте паиньками. Да, я не понимаю, почему некоторые шерифы здесь соединяются. Это немного бьет меня в заблуждение. То есть там... Успокойтесь. Либо еще какие-то блоки. Эй, ребятки, где вы? Сейчас же выходите. Не заставляйте меня идти за вами и вытаскивать вас силой. Эй, Томми, Шарлотт. Шарлотт? Это слепо произнесение. Ну где же вы? Это уже не смешно. Что за? Кто здесь? Я ищу своих детей. Вы случайно не видели их? Своих детей вместе почему-то. О, да. Теперь ваши дети со мной. Что вы сделали? Верните мне моих детей. Что ж, предлагаю обмен. Чтобы вернуть тех, кто дорог вам больше всех на свете, вы должны исправить то, что они натворили. Я сделаю все, что вы хотите. Только дайте мне детей. Ваши дети разбили мои зеркала. В каждом из этих зеркал существует тайный мир, и все эти миры принадлежат мне. Вам придется войти в каждый из миров и отыскать недостающие осколки зеркала. Только после этого я смогу отпустить ваших драгоценных детей. Окей. Зеркальный зал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас здесь семь миров. Кошак орёт. Ладно, погнали. Первый мир. А слава богу, вы пришли. Мне нужна помощь, чтобы починить часы. А, часовая комната. У меня нет на это времени. Я ищу осколки зеркал. Ты их не видел? Я знаю, где они. Помогите мне починить мои часы, и я с удовольствием... С удовольствием дам их тебе. Надеюсь, часть предметов, указанных внизу. Когда предмет будет собран, вы сможете вернуть его на место, в комнату. Все искомные части, которые находятся в комнате, выглядят точно так же, как и те, что изображены внизу. Но иногда они отличаются по размеру. Окей. Вот.
Короче, окей, мне нужно части, да, искать? Ага, вы собрали предмет. Выберите его и найдите место, в котором его следует поместить. Мерцающие искры указывают то место, в котором можно поместить предмет. Окей. Отлично. Теперь соберите оставшиеся предметы и расставьте их по своим местам, чтобы открыть следующую часть этого мира. Если вам никак не будет удаваться найти часть предмета, вы сможете воспользоваться увеличительным стеклом или подсказкой в зеркале. Ну, это типа помощь, это стекло, да? Ага, хорошо. Где мерцать, то это можно ставить. Ладно. Есть какие-то затруднения? Нет у меня никаких затруднений. Ладно, что нам нужно? Шестеренки, детальки, вот это не знаю, что вообще такое. Это, походу, вот это. Ладно, давайте сначала я посмотрю, что нам нужно найти. И мы это понаходим. Гайка. И это не она. Шурупчики, куюпчики. Он говорит, что размер может быть любой, поэтому... Все здесь рандомно, мне кажется. Ну как, не рандомно. Так, часть трубы. Вот это непонятно. Что-то ёрзится, вот деталька. Так, большая, оранжевая. Вот она. Да? Нет. Значит, вот это. Так, еще часть трубы какой-то. Подсказки, я думаю, я вообще не буду трогать. Кусочки деревяшки надо найти. Кусочки, кусочки. Ага, вот раз кусок. Два, нет. Так, доска, вот кусок доски. Часть трубы нужно и большой... Часть... Вот этот, нет. Вот это тогда. Окей. Так, теперь нам нужна часть трубы. Но я почему-то ее не вижу. Странно. А, давайте сначала разместим то, что у нас есть. Раз. Два. Еще где-то здесь, вот. Три. Хорошо. Теперь нам нужна вот эта часть. Но если я не найду... А, еще здесь шестеренку. Хорошо, нужно найти. То я воспользуюсь стеклом. Да, надеюсь, на видео самому не будет такого размытого изображения. Ну, конечно, я что-то сомневаюсь в этом. Лады. Ребят, ну только вы сами же поймите, что и сколько игре лет. Почти 14 лет, то... Это все игры в таком формате. Квадратика. Ладно, не могу найти. Давайте зеркало заюзаю. Серьезно? Вау. На, запрятали так запрятали. Великолепно. Вы только что сумели отыскать еще одну часть этого мира. Попасть туда вы сможете в любой момент с помощью карты. Просто воспользуйтесь книгой. Бог. Ага, мир гигантских часов у нас. Чтобы перейти с карты, так, это я понял. Так, красные цифры показаны, сколько частей предметов необходимо найти. А, черные, сколько предметов надо вернуть на свое место. Хорошо, нам нужно еще два тут вернуть обратно, поэтому пошлите... Потерянную кукушку. Кажется, кукушка улетела. Тут замок? Мне нужно найти ключ. Должно быть, это... Этим шестеренкам требуется смазка. Ла-ла-ла. В этой комнате есть ящик, в нем лежит нужная вам часть предмета. Разумеется, он заперт, а ключ, который его откроет, вам придется поискать в другом месте. А почему ты перестал говорить? Если скомный предмет призрачный, это значит, что для его поисков придется продолжить ряд манипуляций, или вообще придется в закрытую часть комнаты пойти. Хорошо, нам нужно найти какая-то херь, цепи,
доски и опять гайки. Так, ладно, давайте сначала то, что я вижу. Вот это что, не берется? Окей. Монетка, пуговицы мне не нужны. Так, шар. Хорошо, нам нужна труба. Вот труба, походу. Цепь. Этот предмет необходимо поместить в ваш инвентарь. Так, такое место, в котором его нужно поместить, находится в другой комнате. Вам нужно отыскать это место. Хорошо. Цепь. Еще вот эта херовина. Гайка, как я понял, это значит, я не могу найти это еще, да? Хорошо, давайте искать палочки. Лаз, палочка. Так. Доска, 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 доска. Так, вот еще доска. Если я не вижу, я юзаю книжку. Зеркало. Но я почему-то все-таки не вижу. Лады. Допустим. Ах ты ж, ё-моё. Окей. Разместить. Другое место. Поехали. Маятник. Что за напасть? Маятник сломан, цепь порвана, да и другие детали отсутствуют. Мне нужно найти все запчасти, чтобы эти часы наконец-то заработали. Так. Цепь. Херь. Какая-то часть трубки. Хорошо, цепь. Что мне нужно найти? Походу отсюда деталь. Не знаю, что это. Спички, часть листов и еще какая-то херь. Окей. Так, ключ. Хорошо, подсказку нам дали. Бумагу сначала, я вижу. Так, кусочки чего-то. Так, сюда еще что можно? Сюда. Так, два. Так, спички. Спички, спички, спички. Так, скотч. Мне нужна еще одна спичка, вот она. Крючок. Вот это херь какая-то. Это от ключа, да? Сам часть ключа вот валяется, еле виден. Так, херь. Ты. Так, спички можно разместить. Вот это нужно осталось. А, вот, нашел. Так, давайте разместим. Спички. Ага. Это что-то другое, это точно не херь. Часть письма в письмо. И это трубка у нас. Отлично. Здесь мы с вами полностью закончили, да? Нет, еще две штуки. Захламленный стол. Что же за человек ставил на кухню такой беспорядок? Оставил на кухне такой беспорядок. Окей. Так, я думаю, в принципе, здесь таймер можно и запускать. Будем по одному миру за серию делать, да и все. Пока что в глаза падает такой мне. Так, кости, гаечки, пуговицы. Стаканчик это нужно потом будет найти. Хотя хер его знает. Ладно, давайте пока то, что я вижу. Кости, пуговицы. Кости, пуговица. Пуговица. Вот я думаю, шурупчиками будет проблемка. Шурупы, шурупы. Шурупчики, шурупчики. Хотя нет. Но мне нужно еще один где-то найти. А, все, вижу. Не знаю, что это, часть ножа. Да, это нож раскладной. Так, зеленая пуговица. Вот. Осколок стекла. Готово. Так, пуговицы, пуговицы, пуговицы. Какая-то пробка. Разместить. Куда тебя разместить? Сюда? Давай, на. Отлично. Так, полки. Я очень надеюсь, что с детьми все в порядке. Должно быть, тут есть что-нибудь, что поможет
Почините эти часы. Так, катушка. Катушка, катушка, ключи. Ключ какой-то. Подойдешь? Нет. Это значит о тех часов. Так, осколочек. Пуговицы. Больше тут ничего не мерцает. Так, ладно, мне нужно найти шестеренки, детальки от часов, кисточки, наперса, которые мне нужно будет там найти. А, походу, как пробка. И еще какая-то херь. Кажется, это ложка для ботинков. Окей. Пуговицы, кисточки, кисточки. Так. Наперсток. Вот это слишком выделяется. Так, еще одни нитки мне нужно найти. Вот нитки. Ложку. Ложку. Так, пробка. Часть пробки. Так, еще осталось ложку найти, шурупчик или что это за хрень. Вот это херь. Так, ложку осталось. Нужно найти. Так, да-да-да. Осталось только ложку. Чёрт, я не уверен, то, что найду эту ложку. А, все нашел. Как ее запрятали. Окей. Так, сюда мигает. Отлично. Короче, здесь мы все сделали. Давайте тогда начнем с первой же локации. С кукушкиного дома. А нет, это даже не первая. Так, ключ. Отлично. Вы справились с замком. Наведите курсор на дверь, чтобы она засветилась, это значит, что теперь ее можно открыть. Хорошо. Так, шурупчик я вижу. Ага, здесь нужен наперсток с чем-то. Либо просто наперсток, но мне кажется, что-то здесь вот заморожено или что это. Да, нужно внутри механизма что-то сделать. Окей, часовая комната. Так, раз. Почему-то не поставилось. А, тут их две штуки. Понятно. В другое место. Пошли. Маятник. Так, 10. Так, походу это кости. Так, кисти. Готово. Уровень пройден. Так, захламленный стол. Там какая-то часть детали, которая нам нужна. Это наперсток. Так, банку закрыть, да, нужно, походу. И набрать. Теперь мы это забираем и уходим. Это мы с вами польем на часы. Давайте сразу тогда пойдем и польем на часы, потому что я не уверен, что на полке я что-то смогу сделать. Хотя... Да. В это место уже можно не приходить. Так, часовая комната или это потерянная кукушка? Кажется, это потерянная кукушка была. Да-да, потерянная кукушка. Выливаем херь с алкоголем, походу. Нету эффекта то, что растаяло. Что произошло? Ага, у нас появился ключик, окей. А, точно, нам уже ключ нужно здесь было найти. Так, замок это, покажется, у нас был в последнем... На последнем этаже? На последнем. На полках. Да, вот ключик. Так, деталь шестеренка. Хорошо, найдено. Шестереночка у нас. Здесь мы, в принципе, тоже все завершили. Окей, идем тогда далее. Шестеренку нам нужно было поместить в часовой комнате. А, мы хотя уже все, да, прошли, осталось часовую комнату положить. Привет, мышонок. Спасибо вам! Спасибо большое! Поверить не могу, что вы их починили. Вот, держите два осколка зеркала. Надеюсь, они вам помогут. Все, ты их мне дал? Мышонок. Что ж, кажется, у вас... Кажется, я вас недооценил. Значит, вы сумеете все исправить и восстановить разбитое зеркало. Теперь продолжайте свой путь. Дети ждут вас.
Говорит, какое-то злобное зеркало. И готово, мы нашли два сколка. Ладно, давайте мы, короче, знаем, что это за зеркало в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.